Очень сложный вопрос. Наверное, понять то, чего хотят публика, что они хотят слушать. То, что ты им предлагаешь, то, что они как бы должны писаться кипятком от счастья услышать, а ты видишь реакцию, что пустой зал, и все сидят в баре, да? То есть угадать очень сложно. Ты им ставишь лучшие так называемые old school god группы, а они ходят на панк.